Доброе утро, дорогие друзья. Пришло время спорта. Спорт пришел к нам в студию. Но прежде чем мы этот спорт представим, 14 декабря в Университете физической культуры профессиональные инструкторы по фитнесу устроят зимнее пробуждение. Они проведут открытые мастер-классы по 7 направлениям. Все это абсолютно бесплатно, но нужно предварительно зарегистрироваться. Очень надеемся, что все примут участие. Но прямо сейчас предлагаем вернуться к нам в студию, куда пришел спорт. Посмотрим, что же за он. Танечка Гловацкая, привет. Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодня хочу презентовать вам небольшой комплекс упражнений по направлению пилатес, который уже сегодня вечером вместе с моими девочками будем выполнять на тренировке. Дорогие телезрители, хочу хотя бы, чтобы через экраны вы побывали на моих занятиях и ощутили тот эффект от тренировки пилатес, который мы получаем каждое занятие. Это и коррекция фигуры, и развитие гибкости, и особая эмоциональная разгрузка. Ну, это все в рамках одной тренировки. Давайте пробовать прямо сейчас. Мы опускаемся вниз, становимся только на одно колено и опускаем руку в опору. Уходим сейчас в бок, чтобы наше бедро было в одной линии с нашим корпусом. Поднимаем ногу на вдохе, вытягиваем руку, делаем вдох скручивания, при этом нога остается на месте. Еще раз вдох, выдох и последний раз. Вдох, выдох. Опускаем ногу вниз, вытягиваем вторую ногу. Это уже будет чуть-чуть посложнее. Делаем вдох, выдох, не опуская бедра вниз. Вдох, выдох и последний раз. Вдох, выдох. Супер. Повторяем то же самое в обратную сторону. Становимся в опору на одно колено, уходим в опору на руку. Следите, чтобы бедро было одна линия вместе с нашим корпусом. Поднимаем ногу наверх, стараемся держать ее до параллели с полом. Вытягиваем руку и делаем вдох, выдох, вдох, выдох, последний раз, вдох, выдох. И поднимаемся в боковую планку, вдох. Выдох, посмотри, не опускаем бедра. Она вдох. Все это делает с точками. Вдох, вдох, выдох. Отлично. Есть ли у нас еще время? Есть. Есть, продолжай. Тогда приятным бонусом мы делаем вместе с нашими телеведущими и мной, конечно же, делаем хорошую, очень качественную растяжку для нашей шеи. Можете, как раз Вера с Глебом сидят, это очень хорошо выполнять на рабочем месте, можете делать это сегодня в течение дня. Мы ставим две руки на нашу поясницу, предплечье на предплечье. Мы впервые за долгое время, представляешь, ты уговорила нас. Левую руку кладем сейчас на правый висок и наклоняем левое ухо сейчас к нашему плечу. Давай вместе, раз, два, три. Отлично, растянули боковую поверхность шеи, почувствовали. Вот, отлично. Это прекрасно. Супер. Поменяли руки и опускаем в обратную сторону. Держим. Два. Один, супер, и две руки на затылок, делаем вдох, и на выдохе закрылись, как цветочный бутон. Нет, не отвалится, она начнет думать. Потянули локти вниз, как ваши дела? Отлично вообще. Я уже проснулся. Закончили. Спасибо, Таня. Это просто потрясающе, Танечка, спасибо огромное.